В Челябинске столкнулись две иномарки. Авария произошла на пересечении улиц Куйбышева и Молодогвардейцев. Скорее всего, машины не разъехались из-за скользкой дороги. По предварительной версии, пострадавших нет. А это уж очень дорогая авария произошла в Магнитогорске. Столкнулись «Мерседес» и «Инфинити». По сообщению очевидцев, автоледи за рулем «Инфинити» выехала на красный сигнал светофора. Ущерб обеим элитным иномаркам – несколько сотен тысяч рублей.